средней школе номер 43 станицы Северской появилась парта героя. Это проект Русского географического общества, созданный для увековечения памяти о выдающихся сынах Российского Отечества. На ней знакомый всем образ и известное имя адмирала, первого русского мореплавателя, совершившего кругосветное путешествие. Именем Ивана Федоровича Крузенштерна названы проливы, острова, улицы населенных пунктов. В нашей стране благодаря популярным мультфильмам о нем с раннего детства слышат даже малыши. Здравствуйте! Угадайте, кто я? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн. В числе гостей мероприятия был глава района Андрей Дорошевский, тоже выпускник этой школы. Ребятам он пожелал добиться таких же высот, как и знаменитый неутомимый мореплаватель. Я вам искренне желаю, дорогие дети, добиться успеха в жизни, несмотря ни на что, ставить перед собой, казалось бы, недостижимые цели, но нет ничего недостижимого для человека. Ребята, не ленитесь, учитесь. Есть у вас наставники, есть учителя. Все сейчас для этого есть. Поэтому я желаю успехов, удачи, в добрый путь, как говорится. И будьте вы самыми лучшими, самыми успешными. А если вам понадобится наша помощь, пожалуйста, мы готовы вам помочь. Председатель Северского районного отделения Русского географического общества Сергей Дубовик рассказал, что за партой героя будут поочередно сидеть самые лучшие и талантливые ученики, победители олимпиад и конкурсов. Первой такую возможность предоставили Марии Ковалевой. Девушка является президентом школы номер 43, волонтером и активисткой молодежного клуба районного отделения РГО. Кроме того, Маша и другие учащиеся образовательного учреждения получили еще несколько ценных подарков. В вашей школе подарим комплект книг по географии, экологии, краеведению самых современных. И в ближайшее время Сергей Викторович их передаст от нас это в вашу библиотеку. Ну и учитывая, что ребенок у нас такой заслуженный, давайте мы так это, мы не планировали, это вот я сам, мы ее вместе с мамой или с папой, с кем-нибудь из родителей отправим отдохнуть на наше Черноморское побережье. В завершении мероприятия сделали общее фото на память. Школа не в первый раз принимает участие в акции Русского географического общества и определенно не в последний.